Все весело на дискотеке. Это что, блядь, наш гимн, что ли? Да. Ебанулся. Вы чё, наушники, чё не могли? Если мы выиграем, мы обходим. Классный гимн. Получается. Заебись. Поехали. Мы обходим их. Так, полная атака, остальные копии. Хэн, забегай сразу вперед. И вот он первый удар по мячу. Блять, знаете, парни, показалось, что гимн больше Гроздану подойдет. Рокки! И вместе с камерой отправляемся в штрафную. Кто там готов пас принять? Ах, не будет. Вратарь-бот, вратарь-бот. Так хороший. Цесар. Фланг меняйте. Кайсю, Кайсю сразу! Обратно. До ворот мяч не долетит, защитник. И надо было еще обратно. И перепрыгнул он через соперника, шедшего в подкат. И в таких случаях трибуны всегда взрываются аплодисментами. Отлично выбрал позицию и совершил перехват. Ротки. Ай-яй-яй. Читал. Затупил защитничек. По птичкам бьем, да? Ребята, давайте забьем, потом будем играть. Что будет потом? Ну потом будем дальние бить там. Сесар. Кальсе, да? Ротки! Ну забивай! Чаще всего защищающийся просто больше. Бей! Давай. Бей! Да почему, ну, блядь, туда? Добивайся! Ах ты ж! Твою мать, блядь, какой я не могу. Хотя бы не попал в шарик, а здесь вообще никуда не попал. Ни по мячу, ни в ворот. Я поражен. Такой замах. Сесар. Чек. Кайс, где ты, Кайс? И что же решил? Почему он меня оставил? То есть решил, то он решил, свистнул. Но это же не все. Не стали долго ждать, разыграли моментально. Хорошее видение и понимание игры демонстрирует футболист. Мяч через вози. Цесар. Кальсе, да? Ротки! Ну, вы знаете, не, чё это? Прострел на кайф. Бля, я даже не поборолся. Хорошо, проси. Назад, да. Бля, вообще в кассе давал. Кассе, да? Ничего даже не прошло, чтобы этот пас перехватить. Что-то затевается, что-то может здесь получиться. Кайф, под тобой. Бей! Бей, ну, сука! Мяч, и, в принципе, может сразу начинать атаку. Врет. Не бей ничего. Как ты там мне Чечеки сказал? Нужно было регулировать свою скорость, да? На приеме мяча. Перехват, можно перевести дух. Пас, быстрее! Пас.
Да, ну я чую. Пошли, пошли, пошли. Кальце, да? Нет, нет. На кальце должен быть. Останови. Тяжелый был. Играем. Получился рикошет, и естественно вполне, что мяч в ауте. Теперь бы еще и попасть. И стоило атаковать, стараться, потеть, чтобы... Вот мы когда прошлую игру играли, они вот так как будто левую забили. Ну давайте, забивайте. Думаем. Сесар. Перехватим мяч, можно отдохнуть. Переведи на другой Сесар. Переведи чекер. Бля, ну что, пиво-то. Рокки! Давайте в раздевалку им надо зайти. Думаю, надо бить и забивать. Хорош! Прошил, блядь! Просто прошил. Дай просто аплодирую. Что архи прошел, что кайс прошел. Супер, супер. Вообще просто. Красавчик, красавчик, архи, красавчик. А Хэнда бы забил бы сам. Собрали, собрали. Я правда забрали. Давайте, давайте, ребят, еще короче. Хорошо. Вот это поспешим. Очень важный и нужный для защиты перехват. Команда перехватывает мяч. Что дальше? Наш мяч. Чей? Нормально, нормально, наш. Ротки. Не давай в самую. Да, борьбу прям. Тяжелое, что это очень опасная ситуация. Так, у них желтая. И наш штрафной. Говорил, он пару слов-то бросил. Вот теперь желтая. Что так и будет продолжать? Какой хам, а? Так. Сейчас подожди. Не сильно, Владимир. Разыгрываю, Кайс, на пробитие. Отойди, Буранёв. Пошёл. Хороший момент. Мяч залетел. На ближнюю, Кайс, сразу. Я уже на дальний. На дальний ловить. Никаких дивидендов. Сори, сильно. Не принес, так, первый тайм, хорош. Доигрываем до конца. Хорошо, наш. 1-0 после первого тайма. Важно, команда-то не сильно. Но они нас, конечно, не слышали раз. Давайте закончим игру вот, потом. И... Команда на сильная, деле, обыграли я нас. Думаю, что это подспорье на вторую половину. Причем начали именно вот со второго я тайма. Рассматривать... Всю игру меня не спасибо. И даже перерыв, потому что и в перерыве работа не кончается ни у тренера, Кайс, еще ни нужно у игроков. Все, к тебе хорошо сейчас поработать. Чеки. Да. Позиция. Так, меняю. Муранио, максимум сейчас должен потерять. Максимум. Футболисты на своих Фикендов позициях, судья на своей. Думаю, что последние зрители, спешащие из буфета, занимают свои. Начинается второй тайм. Архон, переведи. Хорош. Он хорош, хорош. Ротки. И. Сесар. Другой. Кальце, да? Очень хорошие позиции для передачи. Удар! Как он, блядь, не зашел? Классно, классно. Все, отлично, отлично, продолжаем. Муранио, ты туда обратно. Слышь, боец, ты меня дрочишь. Ну а как по-другому? Кирилл! Кирилл! Кирилл, заебали! Кирилл, тормозишь! Не засыпаем, Кирилл! Осторожно! Не даем вратарю такие! Да я его, ты слышишь, поднапрёк, чтобы он не спал. Ребята, собрались. Ты, блядь. Принял, ударил,
красиво. И все начинается сначала. Что там, нереально было взять? Не. Прям сходу пробил. Я ну никак не успел. Ну, чисто рандомно можно было отбить. Вот это нет. Любых возрастов, любых национальностей говорят в таких случаях. Так, чтоб надежно. Начинается сначала. Они не совсем правы, но на 80% все-таки да. Кайс. Блять, нам надо подождать чуть-чуть. Все, пошли забросы. Тупо забросы, ребят. У них. Направо. Ротки. Смотри. Чек на другой забыл. Молодцы. Так. Тут вот это удар. Сюда иди, щенок, блядь. Дай пусть почищу. Давайте, ребята, давайте. Удар пушечный, конечно. Собрались. Архон, внимательно. Бля, быстрее, просто отдай мяч. Так уж ты был, я же не отдай. Хорош, перевел правильно. Сеса, передача не прошла, есть время отдышаться. Нормально, чисто длинная передача. На хорошей скорости. Ё-моё. Главное не промахнуться. Я тебе говорю, забросами, тупо забросами. Я играю. Я вижу, но я цоплю. Повнимательнее. Ух ты, блядь. Хороша. И думаю, что с виском в этой ситуации дело не ограничится. Кирилл, как там? Давай. Не-не-не, все. Выбей. Все нормально. Да выбейте! А можно было бы иначе тут сыграть? Или все было закрыто? От таташки. Мы от защиты играем. Я на фланге, жальник. Осторожно. Ой, не на этом фланге. Опасно! На тренировках отрабатывают подобные вещи не сыграл, только... Сыграл. Беги. Последнее, может быть, даже больше. Ребята, если тяжело, просто нажмите на А. Пускай бот выбивает. Пустаут просто из-за боковой. Блин. Парни, хорош пожарить, давайте поддержим мячик. Все, пошел. Ну что ж, умение играть не только на ленточке, это тоже составляющая часть игры вратаря. Метнулся вперед и правильно сделал. Мне не очень нравится, когда процент владения мячом одинаковый. Я думаю, тогда его просто не стоит выводить на экран. Это факт. У нас все почти 50 на 50. Очень интересно. Держим по максимуму. Да с ботами отыгрывать немножко. Сразу. Хорош! Супер, молодцы. Хендо молодец. Молодец, Хендо. Муранио нашел Хендо. Заметьте вот этот пас. Тоже были не на высоте, но мне кажется, голкипер нервозность. Хорош, кайф. Не расслабляемся, не расслабляемся. А ведь попробуй попади под перекладину. Черт из два получится. Заброс. Кирилл. Держи. Один справа есть. Справа. Долго. Все. Открыли. Держи. Да, отлично. Супер. Просит на тебя центр Архон. Переводим другой фланг на чеке. Хорош. Нет, чек. Там они от защиты играют. Через центр сыграй. Видишь, у нас центр пустой. Надо насыщать его. Архон, недалеко. И в центральной зоне есть. Отлично, есть отлично, Мураня, отлично. И явная проблема в обороне, видим, и зоны не... Сеса. Хорошо. Здорово. Молодец, Мураня, молодец. Так, давайте на дальнюю. Ближнюю. На дальнюю. Так что не ближнюю? На дальнюю.
Нормально. Сейчас угловых забивает. А теперь на ближнюю. Когда я на ближнюю, все просто надо. На дальний, на ближнюю. Ну пусть Хендерсон там где-то. Ты сзади останься. Отскок. Давай, Хендо. Вот так, головой, все правильно. Кайс, я же говорю, сзади. Смотри, провоцированная судейским свистком. Держим, держим. Возьми центрального этого. Я в край держу. Запрос пошел. Или готовься к забору. Кирилл, справа один. Ну, уже не один. Ну, попробуй. Ничего, смотри. Хорош, переведи. Чек, я надо. Хорош. Кайс, дальше, Кайс, дальше. Ой, блядь. Там же двое наших стояли на линии. Нормально. Вернулись. Свернулось, что ли? Хорошо. Проси, отлично. Сразу. Отлично. Еще. Ай, Кайс, почему не пошел? Мяч. Оборона, и в этом нет ничего удивительного. Мало ли что атака красиво развивалась. Защита тоже не дремала. Кайс направо. Сразу. На дальний. Вечный. Сам на дальний. Давай. Сейчас все защитники, вне зависимости от роста, играют головой более-менее прилично. Сеса. Подойди. Как подкошенный футболист падает, похоже, потянул мышцу. А ведь контакта-то и не было. И это штрафной. Да насрать мне на нее. Да срать уже, да. А, ну, хотя нет, в лиге. Я скажу, что не будет. Очень опасный подкат. Ну как было не свистывать. Держим мяч. Отлично. Хорошо. Живо, молодцы. С победой. И матч. Сейчас еще эти фотографии. Скрины. А что, сейчас сразу второй матч будет, да? Да, второй матч сразу. Чуть полегче. Победа очень важна. Давай сразу. Давайте перекур. Я договорюсь. Сразу. Перекур такой, 3 минуты. Да. Блять, у нас моментов было, конечно, ребят. Ну, реализовали сколько? Смотри, 10 ударов, 6 створ.